Старый звонок. Ладно, Артём. Ну пошли. Не выключается. Это... Я тоже снимать буду. Давай. Давай, можно. Прикинь, солнышко на кнопке. Солнышко. Я тебя звать, Тик. Где мы тут? Офигеть, даже с пластиком. А, понятно. Телефон оригинальный. Понятно. Мы застряли. А чё? А, я помню, это было такое. Я помню. Чего? Я здесь катался на лифте. И чё? То же самое. Чё? Испугался, что ли? Ну, есть. Чё, ты сегодня был? Чё? Чё, ты там чё, чуть не обосрался, что ли? Да, я теперь тоже после этого. Опа, угнали. Вот. А, да, она не рабочая, скорее всего. Это яйцо, что ли, беседа? О, смотрите, у нас что есть. Что? Ручка. Слушай, а мне надо. Не, а дашь потом, ладно. Где он? Ладно, ладно. Слушай, а ты охота мне с нами уехать? Тебе что-то тут неохота. Ну нахуй. Почему уехать неохота? Да, опять встанем. Ты не встанем, это я на кнопку стоп нажимал. Тихо. А? Ты что, испугался, что ли? Да у меня рука теперь трясется просто. Да я нажимал на кнопку стоп. А что свет-то вырубился, я что-то не понял. Я тоже не понял, что это такое было. Пошли. Давай. Дай мне нажать ее. Ну нажимай. Ну с пластиком. А у нас есть такой на 18 этажей с пластиком новый. Понятно. Ну мне посвети потом. А, сейчас я посвечу тебе. Такой же, как ты мне тогда дал, только без третьей кнопки. Понял, понял. Меня. Это Пушкина достала, Андрюха. Ну, жалко без коробки. Какой тебе кнопки еще? Ну, ё-моё, ну крышка, коробка, как она там? Ну, я тебя понял.